Сегодня 18 августа 2016 года. Мы приехали на дачу. Цветы уже потихоньку начинают отцветают, в общем, проще говоря. Покосили уже участок. Уже все скошено. Сосна наша. Флоксы этого года. Елочка хупси голубая. А здесь три сосны. Цветы уже почти все отцвели, скоро их надо будет убирать. Барбариса. Бархотки цветут хорошо. А это ива. Молоденькая яблонька. Хотя на ней уже есть яблочки. Вот какие они яблочки. Вот они. Вот это кабачки. Здесь мои канадские сосны. Можжевельник. Хоста. Сейчас мы попробуем, чтобы понять, какой он большой, залезть туда внутрь. Вот такой огроменный можжевельник. На самом деле очень большой и очень быстро растет. Вот он какой. А это барбарис. За барбарисом наша гортензия, ее тоже скоро надо будет обрезать. Барбарис тоже вырос уже большой такой, достаточно большой. Ягодки, на барбарисе ягодки, вот они, вот они. Вот еще раз издалека сниму, какой можжевельник здоровый. Так, пойдем дальше. Здесь клубничка. Я ее уже обрезала. Обработала от вредителей и удобрила. Вот она, наша гортензия, которую скоро надо будет обрезать. Так, это груша. Она в этом году не плодоносит. Она плодоносила в том году. Грядки, помидоры уже все. Колоновидные яблони. Вот такие яблочки на колоновидных. Смородина. Это все смородина. Вот колоновидные еще. Ну какие. О, какое яблоко. Обалдеть. Еще смородина, вот яблонька, тоже плодоносит, тоже очень много яблок на ней. Куст шиповника уже отцвел, это черешня. Ягодки, правда, поклевали птички в этом году. Сирень, туя. Гортензия еще. Вот яблонька. Тоже собираем каждый раз очень много яблок с нее. Опять упали, надо собрать. Черешня еще одна. Это мельба яблонька. В том году посаженная однолеточка. Туя еще одна.
моя любимая гортензия. Ванила Фрайс начала уже розоветь. Вот она. Красота. Это еще беленькая. А это Silver Dollar. Тоже гортензия, тоже цветет. Тоже посажена в этом году. Вот такая у нас здесь красота. Сейчас заснимем еще сосны. Высокие такие, большие-большие. Вот так вот. На этом все.